Приветствую всех на канале Див Кладоискатель. Видите, какая рань. Время еще 6:30 даже нет. Вчера связались со мной в социальной сети ВКонтакте. Попросили поискать золотую сережку. Девушка потеряла на одной из песочниц в городском парке. Вот у нас сегодня миссия для Эквинокса 800. Как он ее выполнит? Золото еще не искал ни разу. Вот не знаю, на каком режиме. На пляж ходить, там, потому что песок. Либо режим золота. Ну, попробуем. Не переключаемся. Это будет интересно. Итак, мы на песочнице. Нашел я уже 2 десятка. Видит золотой, дай капец самый. Видит вот эту вот сережку только в одном режиме. 40 килогерц, золото 1. Здесь вот рядом высоковольтная линия, это вообще невозможно. Так что удачи нам. Вот уже наши находки. 25 рублей. Ну, главное, что мы настроились. Сейчас вот 40 килогерц, золото 1. Это вот для тех, кто ищет. На другом, и даже вот высоковольтной линии не мешает. Чуйка 17. Продолжаем поиски. Очередной червонец. Смотри, какой уже весь разлохматился. Так. Сейчас покажем, что мы там накопали. Уже больше, чем на пляже. Смотри. Охренеть. Да, это все было бы весело, если бы мы нашли сережку. Ну ладно, еще походим. К сожалению, найти сережку не удалось. Зато нашли вот чего. Офигеть, смотри сколько. 10, 20, 30, 40, 42, 44, 46, 47, 57. Ровно 60 рублей. Это после того, как я нашел здесь еще, в принципе, 24 рубля. Или покажи, что там это. Мусора сколько мы нагребли. Вот. Там это не все еще. Это не все. В карманах тяжело достать. Вот так вот. На детской площадке подчистили мы. Да, жалко. Но факт остается фактом. Я нашел режим, на котором можно золото искать. 40 килогерц, пляж 1. Сейчас покажу. То есть пляж золото 1. Отстройка, то есть скорость восстановления 6 и 17 чуйка, несмотря на то, что рядом высоковольтная линия. На этом все, да? И тут камни довольно. И тут камни, звонящиеся. Такие горячих камней полным-полно. Ну что, извиняйте. Всем пока. До встречи на канале.